Казанском федеральном университете прошла программа молодежной антиконференции «Маркс-Фест-2023. Инвестиции в человека – лучший капитал». На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. Он поднял тему о государственных инструментах для молодежного предпринимательства. Что касается поддержки со стороны Министерства по делам молодежи, микропредпринимательства и предпринимательства среди молодежи, поддержки стартапов, то я должен сказать, что мы третий год подряд реализовываем грантовый конкурс среди студентов и молодежи нашей республики. И такие микрогранты, они небольшие, конечно же, да, но для какого-то старта, для студента 300 тысяч рублей, я думаю, что это нормально такое подспорье для того, чтобы попробовать себя в том или ином бизнесе. О блоке «Быть, а не казаться» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. Также студентам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы гостям. Знаете, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И это каждый день много лет. Это не 2 года, не 5 лет, не 7. Это 20 лет. И это не бывает вот так в одночасье, когда у вас сразу секретарь и сразу водитель. В завершении студентам предложили проголосовать по теме «Татарстан – территория молодежного предпринимательства», где было несколько вариантов ответа. Валерия Носкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.